С 1 марта были актуализированы правила въезда на территорию Чешской Республики. Эти правила распространяются как на иностранцев, так и на жителей Чехии. Согласно этим правилам, все страны разделены на несколько категорий. Это страны с низким риском заражения, средним, высоким, очень высоким и экстремально высоким риском заражения COVID-19. Список этих стран постоянно актуализируется в зависимости от того, какая эпидемиологическая ситуация непосредственно в этих странах. Это так называемый туристический светофор, и Чехия прописывает правила согласно рекомендациям Евросоюза. Итак, что же требуется при въезде в Чешскую Республику? Но поскольку в основном наши зрители живут в странах, бывших странах СНГ, соответственно, мы и расскажем требования к иностранцам, прибывающим из этих стран. Итак, первое. Перед приездом в Чехию необходимо заполнить анкету, так называемый приездовый формуляр. В описании под видео вы найдете все необходимые ссылки. Второе. Необходимо сдать тест ПЦР на коронавирус. Он должен быть не старше 72 часов до момента, как вы начали свою поездку. Результаты теста у вас могут быть как в распечатанном виде, так и в электронном виде. У вас могут его попросить сразу в аэропорту. Следующий этап. Нужно будет сдать уже тест здесь, в Чехии, по приезду ПЦР. Антигенные тесты не подходят. То есть вам необходим именно ПЦР-тест, и его нужно сдавать, начиная с 5-го дня после того, как вы приехали, и не позднее 14 дней после приезда. Пока вы не получили результаты теста, вам необходимо находиться в карантине. Если тест отрицательный, то, соответственно, вы можете уже дальше путешествовать по стране, но и заниматься какими-то своими делами. Если тест положительный, вам необходимо будет находиться в карантине в течение 14 дней, и вас будет контактировать санэпидемстанция. Если вы будете болеть без признаков заболевания, то в карантине нужно находиться 14 дней. Если будут какие-то признаки заболевания, то вам нужно дождаться, пока вы выздоровеете, и через 3 дня после того, как исчезнут все симптомы заболевания, вы сможете выходить из дома. Сдать ПЦР-тест можно в различных местах в Праге, как в больницах, так и в определенных точках приема теста. На него нужно зарегистрироваться через онлайн-форму. И вы выбираете сами, в каком месте вы хотите пройти тест и время, на которое хотите записаться. Результаты теста известны, как правило, от 24 до 48 часов. Результат теста вам придет смс-кой. В случае, если он отрицательный, вы просто получаете, что результат негативный. В случае, если он положительный, то вам придет 3 смс-ки, то есть сначала, что тест позитивный, потом куда обращаться и контакт на санэпидемстанцию. Из этого правила есть исключение, то есть если вы летите транзитом в другую страну и находитесь в Чехии не более 12 часов, то, соответственно, тест такой сдавать не нужно. И для всех, кто приезжает в Чехию из разных стран с разным уровнем заражения, действует правило, что вам первые 2 недели необходимо находиться во всех местах, кроме дома, в респираторе с уровнем защиты не меньше 94%. То есть это респиратор или FFP2, или KN95. Но сейчас и для всех жителей страны действуют такие правила, что ношение защитных средств обязательно, если вы находитесь в общественном транспорте, в торговом центре или в аптеке, необходимо иметь на себе респиратор. Если вы гуляете просто по городу, то вы можете носить или респиратор, или медицинскую маску с высоким уровнем защиты. Без маски можно находиться только дома или за чертой города, где-то на природе, если можно соблюдать расстояние между людьми более 2 метров. Ну или если вы, например, едете своей семьей, и вас 4 или 5 человек, то вы можете находиться без защитных средств. В том случае, когда вы выезжаете из Чехии, нужно изучать правила той страны, куда вы едете. В основном тесты для выезда сдавать не нужно, но зависит еще от того, какую вы выбрали авиакомпанию. Например, чешские аэролинии, они требуют тест для того, чтобы находиться на борту самолета, а Аэрофлот тест пока не требует. Наш бывший студент недавно вылетал из Чехии, и он решил поделиться с вами своим опытом. Всем добрый вечер. Сегодня мы летим домой из Праги. Важная информация, так как это очень актуально сейчас, при выезде из Праги тест на коронавирус не требуется.
по крайней мере, в России. Однако по прилету в Россию вы должны сделать тест на вирус и отправить результат этого теста в течение 3 дней на госуслугу. Сейчас мы находимся на стойках регистрации. Все проходит без проблем. Единственное, в Праге от недавнего времени ввели закон, что сейчас необходимо во всех общественных местах быть в специальных респираторах. Вот они сейчас на нас, и мы не должны их снимать на протяжении всего полета. Однако в самолетах, так как мы летим в Россию, а в России нет этого закона, можно ехать в масках обычно, если вам неудобно в респираторе. Все эти ограничения действуют в зависимости от актуальной ситуации в стране. В описании под видео мы разместим ссылку на сайт Министерства здравоохранения и Министерства внутренних дел, и вы всегда сможете ознакомиться там с актуальной информацией. Спасибо, что следите за нашими новостями. Всего хорошего, до свидания.